рядом, мы считаете, что там чем помочь. Мы от этого проекта не отходим, потому что, ну вот, мало кто таких патриотических современных вещей с участием молодежи в Российской Федерации сделал. Легендарное произведение Бориса Васильева «О зоре здесь тихие» ставят в кино и на сцене театров России. Хакасская республиканская филармония при поддержке федеральных проектов и личной инициативе министра культуры Хакасии Светланы Окольниковой поставила оперу в 2020 году. Режиссер проекта Ольга Маликова из Санкт-Петербурга. В главных ролях артисты филармонии, хор «Каданс», республиканский симфонический оркестр. За 2 года оперу «Зори здесь тихие» увидели и послушали не только в Хакасии. Это постановка о любви и войне, о силе духа и самоотверженности, в духе сегодняшнего времени. Наверное, поэтому проект решили продолжать, причем соединить, вывести на сцену ребят, кто о войне знает не понаслышке, студентов из Донбасса. И они продолжают учиться. Я считаю, что это вот личный творческий подвиг этих студентов. И, конечно, мы с радостью их примем и постараемся, чтобы они максимально больше получили профессиональных знаний в работе с оркестром, в работе с хором, в работе с хореографами, погрузились вообще в саму структуру работы оперного процесса. 3 января группа студентов уже прилетит из Донбасса в Хакасию. Они уже репетируют и готовятся к спектаклю. Для многих это будет первый опыт участия именно в опере. Опытные наставники, среди которых исполнитель главной роли в постановке Артур Марлужоков, художественный руководитель хора «Каданс» Марина Штарк, помогут студентам стать частью коллектива произведения и проведут для них творческие мастерские. Об этом никогда не надо забывать. И так важно, что эти ребята, которые сейчас уже наши, и они приедут, и вот это вот родство, объединение это, и объединение на такой вот с такой творческой как бы подложкой, это плюс. И сама опера, она имеет высочайший патриотический градус. И то, что эти ребята будут в ней участвовать, это увеличивает этот градус. Но когда я нашим ребятам сказала, что приезжают луганские студенты, вы не представляете, такая... Сначала было изумление, а потом была такая радость. И вот ребята готовы были распахнуть объятия. Ну а после, уже в обновленном составе, хакасская опера «Зори здесь тихие» отправится на гастроли. Первый спектакль в Абакане, затем Томск и Омск. Все вырученные средства пойдут на помощь и восстановление Луганской государственной академии театра и искусства.